А прядней модного паркета блистает речка льдом одета. Мальчишек радостный народ, коньками звучно режет лед. Отрывок из романа «Евгений Онегин», великого русского классика Александра Сергеевича Пушкина. Здравствуйте, это телепроект «Растопим лед», и я, его ведущая Ольга Аникина, расскажу, когда в России появился первый общественный каток, почему при заливке ледовых площадок используют горячую воду и как правильно делать ледяной фейерверк. Ну какая зима обходится без популярного зимнего увлечения – катания на коньках? Специально для этого каждый сезон в городах и селах готовят лед. Только в Магнитогорске насчитывается не менее 5 катков для массовых катаний. Хочешь – играй в хоккей, а хочешь – просто с удовольствием скользи по ледяной глади. Это сейчас для катания на коньках можно выбрать любую оборудованную площадку. Уверена, такая есть в каждом населенном пункте. Раньше же все ходили кататься на ближайшие водоемы. Судя по этой расчищенной площадке, это место и сегодня пользуется спросом среди любителей зимнего увлечения. Вот только здесь нужно быть аккуратнее, помнить, что безопасность превыше всего. В разгар зимы лед прочный, его толщина более метра. Опасно выходить на первый и последний лед, как правило, в осенние и весенние периоды. Об этом постоянно напоминают сотрудники ГИМС, особенно рыбакам. Они выходят в рейды, рассказывают о правилах безопасного поведения на льду и раздают памятки. Находиться на замерзшем водоеме безопасно, когда толщина ледяной корки будет не менее 10 сантиметров. Важно помнить и о другом. Не выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости. Ни в коем случае не проверять прочность льда ударом ноги. Тонкий лед отличить можно. Он имеет молочно-мутный или серый цвет и пористую структуру. Чаще всего его можно наблюдать на течении, у болотистых берегов, под мостами, а также в местах, где растут камыши. И все же лучше не рисковать и выбирать оборудованные для катания места. Уж так точно будет безопаснее. Это зимнее увлечение имеет многовековую историю. По замерзшим рекам на своеобразных коньках уже рассекали несколько столетий назад. В России увлечение стало популярным во времена Петра I. Он прорубил окно в Европу, а вместе с тем положил начало традиции массового катания на коньках. Любители зимней забавы скользили по льду замерзших каналов и небольших прудов в парках. Первый же общественный каток появился в Санкт-Петербурге в 1865 году. Его залили в Юсуповском саду. Он же стал первым центром тренировки будущих фигуристов, а уже в 1878 году здесь состоялось первое состязание конькобежцев. Залить каток, кажется, что может быть проще, а вот и нет. Подготовка естественного льда – это целое искусство. Как заливают площадки, покажем на примере центрального катка. Воду начинают лить, как только на улице установится минусовая температура. Желательно, чтобы за окном было минус 5 и ниже. При таких условиях земля лучше промерзнет и не будет впитывать влагу. А дальше лей, не жалей. Как раньше заливали, так сейчас заливаем. Самое оптимальное. Ну, берем шланг, да поливаем холодной водой. Воду не просто льют, а распыляют. Тысячи капель, словно россыпь бриллиантов, рассыпаются по поверхности катка. Если в одно место лить, она будет воронки делать на льду. Вода все равно наш теплее, чем лед. Заливка катка – дело не быстрое и требует времени. 4 бригады по 3 человека в каждой круглые сутки слой за слоем наращивают своеобразный ледяной торт. Помешать рабочему процессу может разве что снегопад. Оптимальная толщина льда для качественного катка должна быть не менее 20 сантиметров. Как только ледяная подушка готова, дальше дело техники. Ледоуборочная машина, оснащенная специальным оборудованием, наворачивает круги и срезает ледяные наросты, пока поверхность катка не станет идеально гладкой. Специальная платформа опускается. На этой платформе стоит нож и шнек. Нож режет, срезает все неровности. А шнек эту шубу всю сгоняет, выбрасывает. Скорость, с которой едет автомобиль, небольшая, всего 8 км в час.
Впрочем, в этом ледяном деле спешка ни к чему. Здесь скорость не важна, главное, чтобы машина ехала ровно и срезала все шишки. Чтобы площадка сзади не подпрыгивала, шла ровно. Центральный каток – один из самых больших в городе. Его площадь составляет 17 тысяч квадратных метров. Чтобы залить каток и содержать его на протяжении всего сезона, понадобится почти 2500 кубометров холодной воды. Только представьте, этот объем могут уместить примерно 830 пожарных машин. Для заливки катка нужна и горячая вода. На улице крепкий мороз. Признаюсь, его мы очень ждали, чтобы провести эксперимент. Запустить в воздух фейерверк из кипятка. Наливаем в чашку горячую воду. Делать надо все быстрее, чтобы кипяток не остыл. Ну что, поехали? Горячая вода замерзает быстрее, чем холодная. Удивительно, но факт. Этот парадокс назван в честь африканского школьника Эрастам Пемба, который заметил, что мороженое получается быстрее из горячей жидкости. Мы решили убедиться в этом лично. Оставили на морозе две миски, одну с холодной водой, другую с кипятком. Кажется, наш эксперимент не удался. Мы видим, что спустя 2 часа холодная вода превратилась в лед, а вот горячая нет. Что пошло не так, мы не мы, если бы не получили ответы на волнующие вопросы. Давайте по порядку. Почему капли воды на морозе так быстро превращаются в ледяные кристаллы? Разбираемся вместе с физиком. Вячеслав Тимофеевич, объясните это явление. В чем тут секрет? Вообще этот эффект был известен очень давно, еще со времен Аристотеля. Но в последнее время он получил название эффектом Пембы. Он замораживал именно мороженое. Мы речь ведем о воде. В воде существуют так называемые водородные связи и ковалентные связи. При нагревании жидкости водородные связи увеличиваются, ну, грубо сказать, удлиняются, тем самым запасая некоторое количество избыточной энергии. При резком охлаждении, причем я бы хотел отметить, что при резком охлаждении вот эта энергия высвобождается, соответственно, жидкость начинает охлаждаться быстрее. И вследствие некоторого инерционного процесса проходит некоторую критическую точку и дальше охлаждается быстрее, чем холодная вода. Мы тоже провели эксперимент, оставили на морозе воду. Правда, спустя 2 часа холодная вода замерзла, а горячая нет. Почему так получилось? Существует такое понятие, как, во-первых, частота эксперимента, и второе, критическое понятие температуры, вернее, даже критическое понятие разности температур. Чем вода будет в большей степени нагрета, горячее, и на улице будет морознее, тем этот эффект будет более выражен. Чем вот эта разница будет не сильно значительная, эффект наблюдать довольно сложно. То есть то, что горячая вода при низких температурах замерзает гораздо быстрее, чем холодная, это факт? Это факт, но это не в любых условиях можно наблюдать этот эффект. Последний штрих, и каток готов. Рабочие полируют поверхность, заливают площадку горячей водой. Она растопит все неровности и сделает площадку идеально гладкой. Когда каток будет готов, можно смело шнуровать коньки и скользить по ледяной глади. Это не только увлекательно, но и полезно. Например, 1 час активного катания на коньках может заменить тренировку в тренажерном зале. За это время можно сжечь более 500 килокалорий. Кто со мной? Поехали! Поехали!